Телекомпания «Вид» представляет. Уважаемые телезрители, добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Вы можете думать, что наша программа спокойно обойдется и без вас. Это глубочайшее заблуждение, потому что я знаю как минимум трех человек, которым ваша помощь нужна как воздух. Они скоро появятся. Мы начинаем. Сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евменко. А вот и те люди, которым так необходима ваша поддержка. Уважаемые телезрители, уважаемые игроки, прошу вас занимать ваши игровые места. Шоу стартует прямо сейчас. И, конечно же, с вашим участием. Здравствуйте, уважаемые участники. Очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Давайте познакомимся, потому что пока мы не знаем имен наших героев. Участница под номером один – Альфия Шипилина. Работает копирайтером, любит слушать джаз, зачитываться энциклопедией и общаться с хорошими людьми. Участник под номером два – Руслан Махаринский. Окончил Таллинский художественный университет. Мечтает проверить внезапно пришедшую идею о том, что головокружительный поворот граммофона добавляет остроту ощущений музыкального азарта и желание продолжить танец под угадываемые мелодии в полете вдохновения. Витиевато, Руслан, витиевато. И участница под номером три – Аня Шагинян. Студентка Института культуры, обожает танцы и хорошую музыку. Нетерпеливых выскочек всегда предупреждает заранее фразой Сильвестра Сталлоне из своей любимой кинокомедии «Стой, а то мама будет стрелять». Мы открываем сезон охоты и стрельбы по мелодиям. Для этого вам нужно будет выбрать. Альфия, прошу вас, вы участница под номером один. Категории «Песни на стихи Леонида Дербенева», «Волшебная любовь», «Мои года», «Наше старое кино». «Волшебная любовь». «Волшебная любовь», «Великое чувство». Нотка, в которой бы вы хотели сыграть? Вторая. Нота номер два. Цена. 1000 рублей. Неплохо. Поехали. Руслан. «Свет твоей звезды». Как называется категория? «Волшебная любовь». «Свет твоей...» «Свет твоей любви». «Свет твоей любви», да. Не пройдется золотым дождем. Есть. Засчитано. Выбирайте дальше, Руслан. «Наше старое кино». «Наше старое кино». Замечательная категория. Нотка. Номер два, скажем так. Поехали. Альфия. «Лесю песню на просторе». Из кинофильма «Семеро смелых». Смелых. Засчитано. Прекрасно. Аня, ну, вам пора брать пример со старших товарищей. Ну, вернее, не старших товарищей, а тех, у кого денежек чуточку побольше сейчас, чем у вас. Альфия, прошу. Вернемся к старой любви. «Волшебная любовь». «Волшебная любовь». Нотка. Третья. Поехали. Организации нет уже. Такой страшный, который за всеми следила, всех мучила. А группа есть, и заметьте, попадает в... Ну, во всяком случае, старается попасть в чат. Это была группа КГБ. «Пять дней любви». Так называлась эта песня, никто ее не угадал, ничего страшного. Ани, а ну-ка выберите, пожалуйста. «Волшебная любовь», на то номер один. Поехали. Ани. Самый-самый-самый... Группа «Тутси». Да, да, да. Засчитано. Мы реабилитировались за небольшое поражение в этой категории. Там была неугадана одна мелодия. Следующая была разгадана легко, непринужденно. Аня, выбирайте, прошу. Тоже «Волшебная любовь». Четвертая нота. Слушаем. Альфия была первой, да. Знают все, но отвечать вам. Нежная, ласковая моя. Ласковая моя, нежная, да-да-да-да-да-да, совершенно верно. Угадано, мы разобрались с этой категорией и, заметьте, достаточно успешно, хотя были некие шероховатости. Прошу вас, Альфия, выбирайте. Давайте на стихи Леонида Дербенева. Песня на стихи Леонида Дербенева. Нотка. Третья. Пожалуйста. Это не важно. Скажите, а снаряд в одну воронку, в принципе, ведь теоретически может попасть дважды? Ну да. И из этого вывод? Попадает.
что было однажды, что было может однажды, быть дважды. Я же вас наводил на эту тему. К сожалению, две мелодии вы вне игры. Давайте поаплодируем Руслану, поддержим его. Неприятно, неприятно в первом туре ошибаться. Альфия, прошу вас. Стихи Дербенева, нота номер один. Нота номер один, слушаем. Да, Альфия. Раз, два. Барыня, речка, сударыня, речка. Ани, не торопитесь выбирать. Да, мы Альфея, естественно, аплодируем. Потому что на этом время первого тура наша программа подходит к концу. Все хорошо, ошибки бывают. Главное не ошибаться больше. До встречи во втором туре через несколько мгновений. Прошу вас зайдите на подиум, уважаемые участники. Конечно, волнуют. А вы бы не волновались, такая ответственность, миллионы телезрителей, зрители в студии, такие выигрыши, конечно бы, волновались. Уверен, каждый из игроков считает, что сможет взять реванш за поражение в первом туре. Да, им это по силам, они это смогут сделать. Прошу вас, прошу, занимайте ваши игровые места. Второй тур вступил в свои права. Лидером по итогам первого тура у нас два лидера на площадке. Это Руслан и Альфия. Ну, естественно, Руслан, как галантный участник, предоставит ей возможность, вам, Альфия, выбрать категорию второго тура. Секундомер, адресная книга, школьная пора, виниловый шлягер. Школьная пора. Школьная пора. Песни о лучших годах в нашей жизни. 1500. Слушаем. Руслан. Мелким почерком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе. Чему учат в школе? Да, 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 зачитано. Отлично. Хорошее начало. Вы сделали выводы из своего безобразного ответа в первом туре. Выбирайте. Остаемся. Школьная пора. Следующая мелодия. Песня, собственно говоря, брать слово «пора», оставить школьника и приделать ему женский рот. Вот так называется поэт Кать Семена. Загрустили, загрустили наши участники. Школьница Катя Семенова исполняет эту песню. Аплодисменты нашим игрокам. Это аплодисменты поддержки. Мы верим в вас. Ани, прошу. Секундомер. Секундомер. Любые отрезки времени от мига до вечности. Слушаем. Да, Аня. Скажи, зачем. Скажи, зачем любовные истории. Да, есть. Но видите, не все так страшно, не все так сложно. Надо шире улыбаться, аплодировать своим соперникам, потому что через секунду они могут аплодировать вам. Аня, выбирайте. Остаемся. Секундомер, следующий. А, да, Альфия, вы были первой. Жизнь невозможно повернуть назад. И время ни на миг не остановишь. Старинные часы, да. Угадано. Как меняется ситуация на площадке? Прошу, выбирайте. Виниловый шлягер. Виниловый шлягер. Альфия. Не мешайте пианисту. Да там, в общем-то, никто ему не мешает. Все правильно. Там предложение. Да. Полюбите пианиста. Полюбите пианиста, да, да, да. Быстро, 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 быстро. Остаемся в виниловом шлягере или меняем? Нет. Слушаем. Альфия. Не плачь, девчонка. Пройдут дожди, солдат вернется, а ты только жди. Мы угадали эту мелодию. Уважаемые участники, на этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Аня, к сожалению, у вас на счету наименьшее количество денег, поэтому вы покидаете нашу программу. Под аплодисменты всех присутствующих. Аня, спасибо огромное. Сложный был второй тур, тяжелые мелодии, но вы играли с достоинством и честью. Аплодисменты Ане. Альфия, Руслан, до встречи в третьем туре. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Ну, наша редактура музыкальная постаралась. Жестокая кровавая битва, но надо сказать, что очень много было угадано в туре под номером 2. Давайте продолжать, дорогие друзья. Я уверен, никто из вас...
вас не будет против насладиться третьим туром. Вот и наши участники. Альфия, Руслан, прошу занимать ваши игровые места. Мы в третьем туре. Но это уже полуфинал. Это уже показатель. Но у нас только одна путевка в суперигру. Поэтому боритесь. Боритесь за возможность продлить свое участие в нашей программе. Лидером по итогам первых двух туров является Альфия. Альфия, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о тщетной попытке найти ответ. Прошу. Руслан, я угадаю эту мелодию семинот. Я угадаю, попробую угадать эту мелодию с пяти. Попробуй. Угадывай. Песня о тщетной попытке найти ответ. Пять нот. Тишина в студии полная. Да, Руслан? Время на раздумье в третьем туре. Мы, как правило... Мой костер в тумане светит. Я спросил у Тополя, где моя любимая. К сожалению, вы не ответили. Счет 1-0 в пользу Альфии. Альфия, мне так нравится, когда вы расцветаете, в том случае, если либо правильно отвечаете, либо Руслан ошибается. Цветите дальше в нашей программе. Руслан, кстати, кто больше улыбается, тот, как правило, и выигрывает. Подсказка номер два. Песня о предмете тройного обожания. Альфия, прошу. Я рискну с пяти. Отгадывайте. Песня о предмете тройного обожания. Слушаем. Собор Парижской Богоматери? Нотр-Дам де Пари, да. Как называется главная тема этого мюзикла? Я потерял покой. Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой. К сожалению, это сказал я. Счет становится 1-1. Свет озарил мою больную душу. Подсказка номер три. Песня о юношеской любви под незатейливый аккомпанемент. Руслан, прошу. Попробую отгадать с пяти нот эту мелодию я. С четырех. Отгадывайте. Отгадывайте. Четыре ноты песни о юношеской любви под незатейливый аккомпанемент. Трям-трям-трям-трям. Я... Или плим-плим-плим. А вы не волнуйтесь. Плим-плим-плим. Плим-плим-плим-плим. Как называется инструмент, о котором там идет речь? Балалайка. Балалайка, так называется место, да-да-да. Плим-плим-плим-плим, я не ревную тебя. Плим-плим-плим-плим, обиды нет, 2-1. Заставил я вас поволноваться, Альфия, но услышал ответ. Песня о маниакальном желании все время слышать голос возлюбленного. Альфия, прошу. Я попробую угадать эту мелодию с пяти нот. Я с четырех отгадаю эту мелодию. Попробую отгадать, попробую. Ваше право. Угадывайте. Песня о маниакальном желании все время слышать голос возлюбленного. Четыре ноты. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Да! Подсказка, она определяет, кто покидает наше шоу, к сожалению, правда, под аплодисменты, с улыбкой на лице, а кто продолжает движение к суперфиналу. Песня «Сожаление о неуслышанном чувстве». Руслан, прошу. Я попробую отгадать эту мелодию с пяти нот. С четырех. Угадывайте, конечно. Угадывайте. Четыре ноты песни «Сожаление о неуслышанном чувстве». Зачем меня ты... Нельзя подсказывать. Вы знаете, это игра против вашего соперника. Времени тоже нет. Раз, два, три. А ты любви моей не понял. Так назывался песня. Все становится 3-2. Альфия,
Ну, это была красивая, интересная, главное, азартная игра. Я поздравляю вас с потрясающим участием. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты нашей участнице. Руслан, сегодня удача на вашей стороне. До встречи в суперфинале. Прошу вас зайти на бой, уважаемые участники. Как он ждал этого момента, когда я скажу раз, два, три, назову название мелодии. Он в финале. Пожелаем ему успеха и пусть ему повезет. Финал. Это суперигра нашего шоу. Финалист появляется. Победитель Руслан Махаринский занимает центральное место. Я вижу, что вы во всеоружии, Руслан, очень хорошо. Мне нравится ваш боевой настрой. Хочу лишь напомнить о том, что вы уже выиграли 15 132 рубля. Эти деньги не можете проиграть, но это не самый большой выигрыш. Увеличим-ка мы его на 10 тысяч. Второе. Нельзя ошибаться в суперигре. Можно пропускать. Если не уверены, не рассиживайтесь на мелодии. Пропустите, но при этом надо нажать на кнопку. И разгадайте оставшееся, потом к ней вернетесь. Готовы? Да. Так пожелаем же удачи и победы нашему финалисту Руслан Махаринский. Тишина. Поехали. Летает желтый лист, играет гармонист. Берез вальс, не слышен, да? Невесом, слетает желтый старенький лист. Вальс, да, да. Красивый. И гармонист там есть, зачитано! В лесу при фронтовом. Да, да. Дальше. Клен, ты мой клен, опавший. Ты мой опавший. Конечно, вторая мелодия. Вам подчиняется, вы ее угадали. Дальше. Зимняя вишня. Вишня, 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 вишня. А зимняя вишня. Вишня. Угадали. Идете в хорошем темпе. Все замечательно. Дальше. Ты прости меня, любимый мой, за там что-то там. Ты прости меня, хороший мой, за любовь мой, мою. За любовь защита. Ну что, я буду вам придираться. Так. Мелодия номер 5. Их не догонят. Нет. Нас не догонят. Нет, как нас можно не догонят. Их догнать? Нас их не, догонят. Не догонят, конечно. Итак, прослушайте важную информацию. Вы за 15 секунд угадали 5 мелодий. В запасе еще 15 секунд. И мелодия номер 6 и 7. Шестая. Тачанка ростовчанка. Да, наша гордость и краса. Совершенно верно, тачанка. 10 секунд на одну мелодию. Не торопитесь. Поехали. Кнопку, 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 кнопку. Все, 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 времени нет. Ну, блокбастер это Первого канала. Новенькая. Наша кузница. Да, да, фабрика звезд. Фабрика звезд. Было или не было? Внук. Внук звезды. Ну да, это, конечно же, Пьеха. Стас Пьеха. Было или не было? Прошло или нет? На свет. Так. О чем речь идет? Об одной звезде. Одна звезда. Одна звезда. Так называется эта мелодия. Таким образом, Руслан Махаринский выигрывает суперигру! Поздравляю, Руслан. Спасибо. Хорошая игра. Видите, практически без потерь. Ну там, да, были ошибки в первом-втором туре, но самое главное, он победитель! Он главный герой нашего сегодняшнего шоу. Ну и, конечно же, Стас Пьеха с песней «Одна звезда». Тот и герой нашей программы. До новых встреч! Счастливо! Скоро увидимся! Пока! Приходит.
одна.